есть. Молодец. А чё, спешил, да? Так, все, давай этого включить. О, нормально. Теперь, смотри, два таких больше стали. О. Давай аккуратненько, не врежься сам. Так, вот, вот этот, это паровозик смотрит. Паровозик этот непростой, давай его, кольцо возьмем. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Little Big Shark. Так, какой-то, смотри, чувак хотел меня подрезать, но подрезался сам. Поспешил. И на того нарвался, так сказать. А смотри, он был большой. Смотри какой. Зачем я ему нужен был, да? Я только-только воссоздался, считай, да? Вот с одной стороны, да? Зачем я ему нужен такой маленький? Нет, он меня решил подрезать, но подрезался сам. Хорошо. Так, я, в принципе, я же с другом каким-то играю, да? А где он? Где друг? Куда он исчез? Куда он пропал? О, еда. Еда, смотри, корона. Офигеть, даже корона была. Офигеть. Какой-то кто-то с короной был, и я его съел. Нормально? Нормально. Ладно, отправляемся. 105 место, да что ж, нормально. Так, вот он, друг. А как тебя зовут? Тебя зовут Камило. Камило, привет. Так, будь рядом со мной, рядышком. Либо убегай куда-нибудь далеко. Я не спутался. Так, вот этот чувак, видишь, красный. Его не догнать. Подождем сейчас немножко. А Рудольф объявляет охоту на мятежника Джен ВХ. Кто такой? Фиг знает. Ладно, идем дальше. Где-то бегает Камилу. Не знаю где. Так, мне нужно немножечко подождать, подзаправиться энергией. Смотри, у меня 6 энергии. Так, давай скушаем вот этого чувака. Так, быстрее. Куда? Вот смотри, вот он бежит и бежит. Так, смотри, кого я ем, у меня добавляется энергия, кстати, да? Прикинь. Ага, мне нужно кого-то срочно съесть. Кто там пробежал? Ого-го-го, какой огромный, смотри. Какой огромный чувак. Мы можем его подрезать? Пойди, можем. Но нужно ли нам это делать? Сейчас узнаем. Так, бутыль какой-то добавить еще. Друзья, хорошо. Ага. Типа с русского... Лёлечка, смотри, Лёлечка. Лёлечка, привет, давай дружить с тобой. Алло. Лёлечка. О, какой-то похожий на нас чувак. Так, иди нафиг. Козявка. Бегай. О, козявка подрезала вот этого. Тихо, козявочка. Давай. Все останутся. Никто не останется голодным, ребята, в этой игре. В этой игре никто голодным не останется. Так что... Нормально все. Мне нужно. О! Молодец! Смотри, он его. Давай вот этого. Черного, да? Сколько еды было, прикинь. Сколько смог, столько съел. Сколько не смог, столько не съел. Давай вот этого сейчас кольцо заправим. Есть, молодец. А чё, спешил, да? Так, все, давай этого включить. О, нормально. Теперь, смотри, два таких больших ставим. О. Давай аккуратненько, не врежься сам. Так, вот этот, это паровозик смотрит. Паровозик этот непростой, давай его кольцо возьмем. С двух сторон. Ох ты, тут камень. Нужно быть аккуратно. Так, паровозик, смотри, хитрый, да? Хитрый паровозик. Есть. Все. Ну что, он убежал, да, паровоз? Конечно, убежал. Тут дырень такая осталась. Да, ловители мы. Ловители. Давай вот этого подрежем, слушай. Чуваки. Во. Давай. Да, этого мы подрезать не сможем. Ну, в принципе, и не надо. И не надо его подрезать, идем дальше. Так, вот это вот красненько, вот этого подрежем спокойно, причем мы его подрежем спокойненько. Теперь вот этого подрезали, смотри.
О, нормально. Так, кого там еще будем подрезать? Давай попробуем вот этого красного подрезать. Красненького. Опа, врежьтесь кого-нибудь. О, не смотри, тоже большие. Они тоже большие, да-да-да-да-да. Эх-эх-эх-эх, давайте другого кого-нибудь подрезать. Так, плачет что-то, Егор плачет. О-о-о-о, есть, есть. О, вообще нормально, смотри, как мы подрезали. Теперь вот этого подрежем. Так, а ну-ка. Вот это наш или нет? Вот этот зеленый. Что-то я боюсь его подрезать. Смотри, мы на 36 месте, прикинь. Нормально. На 36 месте. Хорошо. Хорошо. А это что, не хочешь подрезаться, да? Чувак большой. О, нормально, стали мы большими. На 32 месте мы, ребята. На 32 месте. Круто. Фига мы какие огромные на самом деле-то, а? Давай вот этого споймаем. Сидим, а, говорит, привет такой, знаешь. Какой-то тоже непростой змей. Какой-то тоже непростой змей. Сейчас мы его... А, он типа нас, да, в кольцо взял? Да, ёлки-палки, смотри, как, какая непростая ситуация сейчас происходит у нас. О! Ага, Камилю это наш друг? Камилю, да. Камилю это наш чувак. Хорошо. Подрезался он. Ага. На 26 месте, ребята, мы на 26 месте. Вот этого вот синего, может быть, возьмем. Колечко. О! Все, ему идти некуда. Синему. Сейчас он режется. Нет, нет, нет. Почему? Как ты мог вылезти? Алло. Болт. Болт. Огромный болт. Как ты мог вообще вылезти отсюда? Алло. Давай его возьмем под кольцо. Блин, наш кто-то умер, алло. Наш кто-то погиб, огромный. Камильо, как так? Кто у нас там погиб? Этот гад подъедает все, прикинь. О. Так, на 30 месте мы уже, алло. Надо вот этого в кольцо взять. Гада. Да, 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 да. Тяжко, тяжко, тяжко. Нам бы его бы в кольцо. Так, Егор, Егор с нами, да, Егор наш. Егор, бутыль. Так. Ага. Сколько у нас там? Угу. Да ё-моё, а? Ну как так, ребята? Давайте быстро победим. Так, хорошо. Так, на 32 месте мы только. Ё-моё. На 33. Так, все, ладненько. Нам нужно кого-то словить. Вот этого черного попробуем, полицейского. Опа, все. Ах, нет! Нет! Хитрый Марвин. Ай, нет, 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 я врезался, был на 30 месте, ребята, как так, а? Как так я врезался, ладно, сейчас быстренько возродимся, возродимся. Кто там, где, Егор, где, чё, кто, Егор, всё, играть быстрее. Ага, теперь я маленький стал, а, вот вы этого, да, взяли? Нифига, какой я маленький по сравнению с ними, офигеть просто. Так, мне нужно быстренько покушать. Так, давай уже. Вот, лопайся. Есть, отлично. Есть, хорошо. Чуть-чуть. Чуть-чуть я подрос. Совсем чуть-чуть. Ух ты. Давай скажи привет, привет. Привет, привет, ребята. О, еда, 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 еда.
наш чувак, наш. Ох-ох-ох-ох, да, бывает же такое, да? Так, давай вот этого средничка съем. Всё. Так, мы на 140. Я на 140. Так, зато у нас Егор на 58. Нормально, Егор, молодец. Давай, Егор. Захвати кого-нибудь. О, еда. Видишь, я даже не вижу, где еда. У меня очень узкий экран. Просмотр. Так, давай кто-нибудь этого можно съесть. Беленького. О, давай его окружим. Опа, все, окружили мы его. Ждем. Ждем, когда он врежется. Блин, давай. Он сейчас убежит. Алло. А что там открыто было, что ли? Ё-моё, там что открыто? Так, Лиза, ты объясни, не крутись мне, не беси меня. Так, а ну-ка, вот этот чувак красненький. Как же мне... О, еда. Дайте мне еды, я хочу вырасти. Как бы этого подрезать красного? Ах, куда ты убежал, красненький? Так, и мне от друзей тоже не надо далеко отходить, в принципе. Так, ладненько, ждем. Так, это друзья наши, да? Так, а ну-ка. Да, друзья, ага. Я проверяю, знаешь, как подхожу. Проверяю. Так, ух ты. Тихо. Так, мне надо кого-нибудь сейчас поймать. Соус, Богдан. Ага. Где все? Где мои чуваки? Сверху? Надо кого-то мне подрезать, слушай. Вот это посмотри, по огромному. Говорят, что тут не пойдем. А, вы что, поумирали все? А, врезался кто-то. Во-во-во-во-во-во. Вот этот вот большой, он врезался, прикинь. Аккуратненько здесь, аккуратненько. Так, Эмилио, да друг. Ага. Сможем мы его кольцо или нет? Вот этого. Радужного. Попробуйте кольцо. Так, давай я буду сзади где-нибудь обходить. Вот здесь. Обтянем его, нет? Нет. Он убежал. Ладненько. Угу. Кого еще скушаем? Да, радужный тоже большой, слишком большой. Вот красненького, если съесть. О, да. Съели мы его хорошо. Так, дальше мы идем кого-нибудь ловить. Те, кто вообще. Так. Вот этого мы сейчас быстренько словим. Хоть он и маленький. А, видишь, их тут несколько. Их тут несколько было. Вот, съели. Так, а где другие мои друзья? Сейчас надо их найти. Камильо. А, где-то здесь рядом они, кстати, ходят. Так, вот этого бабла сейчас поймаем быстренько. Опа, все, бабл. Давай, лупайся. Так, хорошо. А где у нас кто? Так, давай посмотрим. Так, вот у нас идет Камильо, да, это Камильо. Камильо, да, хорошо. Вот этих мы ловим, да, чуваков? Ага. И вот этого розового. Все, съели. Ах, мне ничего не досталось. Ну, я прям вообще круто. Малыша. О, еда. Кто-то наш репутит. Так, красненький теперь. Ладненько. Съели. 50-е место. Были на 30-м, сейчас на 50-м. Так, теперь я большой. Так, вот этого маленького давай съедим.
подъели. Так, кто у нас там? Где у нас вообще все ребята? Куда они делись? Ой, давайте. Ой-ой-ой. Ах, врезался. Я просто врезался в него, да? Бывает так. Бывает так. Блин, вообще. Так, понимаешь, они мне сделали такую рогатку. Я в рогатку залез. Получается. Ну ладно, возрождаемся, посмотрим, сколько я заработал значков от ключиков. Так, посмотрим. А 12 ключиков. А всего у меня ключиков, давай посмотрим. Ого, 41 ключ. Рубины, один рубин. Так, это очень мало. Открываем мы деревянный сундук. Так, немножечко, совсем мало золота. Куда столько мало золота, я не знаю. Опыт взяли, добавили, хорошо. И еще золотишко. А, сколько? 6? Да что смеяться? Что значит 6? Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!